15 июня мусульмане отпраздновали Ураза-Байрам, исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этот день мусульмане собрались на общую молитву в мечетях, а после отправились на праздничную трапезу, на которую приглашаются соседи и друзья, в том числе и представители других конфессий и атеисты. В Казанском федеральном университете широко представлены программы по изучению ислама. Казанский федеральный университет, вуз с большими традициями в области изучения востоковедения, востоковедных наук и исламоведения. И эта традиция не прерывается. Собственно, в последние несколько лет дополнительно получили импульс, появляются самые различные формы. Ислам как явление, как феномен, как исламская цивилизация изучает не только Институт международных отношений, историю востоковедения, но и соответствующие кафедры религиоведения в Институте социальных философий. В частности, в университете работает Международный координационный центр исламика. Он является аналитическим центром для исследования процессов, происходящих в современном мусульманском сообществе. Центр работает под руководством академика Российской академии наук Вячеслава Наумкина. Результаты работы применяются в политологии, социологии и других научных направлениях. Артем Тупичкин, Леонард Влетьяров, Универньюз.